Часто спрашивают, а чего китайские шины такие дешевые? То есть вот на чем экономят, что вообще позволяет им иметь такую низкую цену? Но тут я думаю, что стоит оттолкнуться от того, что говорят нам производители более крупных брендов, типа Мишлена, например. Если вы спросите, почему Мишлен такой дорогой, например, или какая-то подобная шина другая, то всегда вам производитель скажет, что, во-первых, мы развиваемся в технологиях, у нас хорошее качество материалов, у нас очень много тестов, мы максимально тестируем шины, делаем максимально качественный продукт. То есть здесь оплата идет за технологии и развитие, то есть и за качество материалов. Но всегда крупные производители умолчат, что еще помимо технологий, качества материалов и всего остального, испытаний, исследований, вы еще обязательно, как потребители, заплатите за ту самую рекламу, которую вы сами посмотрели. То есть любой крупный производитель, чтобы продать эти преимущества в плане качества изготовления материалов, опять же, изысканий каких-то, это нужно прорекламировать, чтобы люди это узнали, чтобы впечатлились и приобрели этот продукт. Таким образом, мы платим в подобных шинах типа Мишлена за качество всего на свете, да, за развитие тех или иных технологий, которые мы здесь сейчас можем уже ощутить, и за рекламу. Теперь к китайцам. В Китае, на большинстве китайских шин, их абсолютное большинство вот этих брендов, засилие которых просто безумно, да, их там десятки, может быть, даже уже за сотню перевалило. Большинство из этих производителей, естественно, не заморачиваются ни на каких новых технологиях, ни на каких изысканиях, ни на каких исследованиях, и уж точно не делают какое-то большое количество, если вообще какие-то тесты проводят свою продукцию, чтобы понять, как они себя ведут. Но в основном это тестирование на потребителе. Ну так, если уж грубо. И попробуйте найти где-нибудь рекламу какого-нибудь Линклонга, например, да? Я не видел. То есть шина продает сама себя ценой низкой. То есть человек приходит в магазин, там, если такой обычный офлайн, видит, шина ничего вроде, вроде где-то название слышал, и цена очень низкая. То есть в китайских шинах мы не платим за изыскания, мы не платим за технологии, мы будем использовать в китайских шинах совершенно простейшие варианты химических, точнее резинотехнических смесей по части химии. Мы будем использовать простейшие шипы, которые обычные посадили, просто чтобы шина была шипованная. Что, там нет исследований, как ведет себя та или иная грань на льду или еще чего-нибудь, да? Нет. Исследований таких нет, мы за это не платим. Но не платим и за рекламу. Поэтому здесь выбор личный каждого. Готовы ли мы вместе с тем, чтобы заплатить за рекламу, которую, естественно, дает крупный производитель, известный там топовый, и одновременно заплатить за крутые характеристики и технологии, либо мы не платим ни за рекламу, ни за какие-то топовые истории, и просто используем шину, там зимнюю, летнюю, с посредственными характеристиками, но на уровне ездить можно. Поэтому из всего этого и складывается низкая цена китайских шин, ну или высокая, соответственно, топовых шин. Примерно так.